Если что-то выглядит как трава, говорит как трава, то значит это Димон. Чекайте. Обменю 10 туалетных бумаг на один Вепр Хантер. Пачкой БФЗ. О, прикол! У нас в музыке и в артах. Как-то он два раза в одну точку не падает. Ёбаный вулкан, может выходим нахуй, а? Не, стой, я не играл на нем. Слава богу. А он умер, по-моему. Панки хуй, севыч. Севыч, да, севыч умер. Ну я полезный, 130 урона. А у меня? 320. Yes. Что, топ-1? Нога, да. Конечно. Игорь пососал, но он сорвелся как лев. Уф. Купон контрабанды что дает? Дает купон на контрабанду. Надо его покупать или там? Нет, он полная хуйня. Все самое бесполезное говнище в этой игре. Без меня мы бы еще быстрее отсосали. Да? Чу. Не спорь, это факт. Нет. Я вырубил 500-го. А, ну я, короче, 2 500-ых убил. Меня убил 500. Ой, а я... Я очень крутой. Да, ты крутой. А чё сюда столько бомжей падает? Никто не хочет на этой карте играть, а пытаются её скипнуть. Все пытаются как можно быстрее сдохнуть. Либо сдохнуть, либо пофайтиться. Так, давай это чмо запиздим кулаками. У вас 3 бомжа. 4. Тоже в счет. Блин. Ладно, тут 3 чела у меня, помоги, Сева. Он меня пиздит. Игорь, помогай. У меня 2 бомжа идут пиздить. Иди. На, пожалуйста. Спасибо, лучше. Все, мы их убили. А, ну да, то что я тут двоих. Молодец. Да. Умирай. Там еще один он лоу. У камня? Что-то не вижу никого. А, ну лежит, мразь. Подними. Я подниму. Попал. Слева, слева, Дима. Да. Вот прямо у дома у этого, в доме. Да. Птичку нужна? Да вот он в доме тут. Слева от тебя, да. Крысел сидел. У меня хилится тут рядом. Да. Спасибо. Блять, он там сидел вот за ящики на крысел. Тупо в замес типов зашли за чем-то. Да, у меня аптечек не было, надо чё было наверх, добыть одного. Нихуя никакого лечения не было, блять, на этой ебаной карте. Да виза. Почти хилок 0. 258. Медаль страдалец. Ой, я, кстати, убил 500-го. Игорь 3 медали дали. У Игоря 5 убийств, блин. А 2 500-го. Капец. А чё ты от первой играешь? Я всегда от первой играю. Просто выйди и зажми мне. Гори. Так вообще-то неинтересно, блядь. Схуя ли он сюда кинул молотов-то, блядь? Ну а где ты ещё можешь про это? Потому что тебя, возможно, было видно. Тем более. Неинтересно вообще так играть. Согласен. Никакого праздника. Просто такая хуя уже второй раз, блядь, что челик. Что я стою вообще беспалевный, просто там валяюсь где-то, блядь. Ага. Бичую, чел просто открывает дверь и кидает молотов мне, блядь. Угу. Что поделать? Челик бежит, Саш. 275 в траве.
Арон Гасер. Я никого не вижу, вот, серьезно. Они даже когда гасят, я их не вижу. То ли на этой карте совсем с обзором так плохо. Саша, отходи нахуй. Не, вижу, все отлично видно. Просто челики. Не знаю, я никого не вижу. Блядь. Ёбнул. Хорош. Вот говноед-то вообще, а. Это как караед, только говноед. Да. Там, походу, знаешь, там было два типа в начале, еще два типа в середине, еще тип в конце, еще со снайперки еще похерачить. Он не стак был. Пиздец, да? Саш, там два типа 245. Видишь, там где дырявая... Вижу. Херня. Хочешь обработать? Да. В принципе, хорошо идут. Нокнул. А ты в него попал, я его нокнул? Да. Он заметил нас. Ну я с фламигасом. Надо туда поработать, а не дым дали. Перезаряжаюсь. Он уходит влево. Они хестнулись? Блядь. Я обзор закрываю. Короче, они в левом доме, вот, в зеленом. В доме? Да. Вот в этом, что ли? Один в правом доме, один в деревянном слева. В окне, в окне в зеленом доме, Саш. Я не вижу, где там зеленый дом. В левом окне белый дом с зеленым низом. Белый дом с зеленым низом. Ну, Саш, ну ты что, слепой, реально? Ну, место дай, блин, я реально не вижу чувака. Градус, вот, 240, хотя бы. Саш, 240. Слева от... Меня даже гасят. А, вот этот же? Да, я там нокнул типа, Саш, там еще один тип. Его пошел гасать. Там кто-то еще и гасит так. Взорвано. Вот он забежал в дом. Я видел. Все, он сдох, гасить. Слышь, он сдох. Один тип. Второй тип его не успел хестнуть. Значит, он сейчас мстить будет. Ну и хер с ним. Нас двое, он один. Я перезарядил один патрон. Вон он, Саш, в левом. Опять в том окне, Саш, ты видишь? Хорош. Нифига себе. Мне два хедшота отвесил. Стой там. Ладно, похер. Я горю. Я умер. 43 уровень. Но он сэм. Нифига себе. Интересная теория. МК-14 работает.
Я залупил 4 500-ых. Вот на такой случай, кстати, скорпион бы тебе дико помог. Переключиться на пистолет, который зажимает. Мне бы помог внести 4. Да не знаю, мне кажется, халам. Пока мне хедшот не отвесили. У тебя там отвесили хедшот и сожгли еще. Для пущего эффекта. Так ты видел, сколько они молотов их кинули? Я думал, там хата сгорит. Счастливый случай. 5 раз подряд окажитесь в безопасной области при сужении зоны. Можно получить только за 1 раз за матч в режиме КБ. Прикольно. Счастливый случай. Я бы по-другому сказал. Сходи воды принеси из холодильника. Ее там нет, я смотрел. Значит, сходи в магазин воды принеси. Свинья опять всю мою воду выжрала. Денег нет. Всю мою воду выжрала. Вот что мне пить теперь? Кефир. Вот тогда сходи за кефиром. В магазин. Вижу, круто. Реально. Короче, ты весь в черном, я весь в белом. Блин, как по мне офигенно. Все, музыка не такая раздражающая, как прошлая. Ну, музыка, кстати, такая бодренькая. А да, где да, ты эту хрень взял? Прикольная. Купил? Нет, это... давали за что-то. А там чел такую же танцует, смотри, вот позади тебя. Не, мы еще так модно встали, офигенно. Да, да, да. Хедшот отвесил. Уходим. Я заминировал. Пошли, пошли, пошли. Ханаем. Я надеюсь, один я вернулся нахуй. До свидания. Красавчик. Извиняюсь так, ну за что, пидорас, я нашел свою тачку. Залупался? Залупаешь? Так, вонючки, давайте в машину. Get in the car. Get in the car. Bitch. Get in the car. Get in the car. А более розовый не нашел? Я за airdrop. Кто куда? Я за airdrop. Где он? На 140. Парни, ну выживайте как-нибудь сами. Если тебя ёбнут, не обращайся. Да у меня тоже есть. Там, слышишь, там тачка под землю провалилась. Какая есть? Какая? Зима. Давай этих дебилов заберу. Да я что-то подъезжал к ним. Ой, я достал, но я улетел. А, это я ей колеса отстрелил. Это тебя за дома? Нет, она с колеса. А, я тоже под колеса. Как колеса, ты думаешь, наркоман? Блять, меня не сбейте, долбоёбы. Я иду и боюсь этих девочек. Я в жопу вписаться с тем, что хотел. Я побоялся. Гони за ним. Насмехайся над ним. Говни, Максимов, говни. О, я вам могу хедшоты, кстати, отсюда отвешивать. Это что за крик? Вы не видели? Дима сдали права. Димас создал на право, а он на следующий день. Аккуратно, тут может быть челик. Может. Не знаю, возможно, это прикол какой-то. Меня типа закидывает в игру, я слышу звуки, но ничего не вижу. У меня просто голоса в голове. Статистика недоступна, игрок слишком быстро покинул матч или выбыл из-за разрыва соединения. И тебя понизили, кстати, Саша. У тебя здесь 2-й рейтинг. Ну а что я могу сделать? Я 3 или 4 раза попытался зайти, и все разы мне не дало зайти. Ой, я 16 раз. Дважды она просто вылетела, дважды она не загрузилась. Ну это правда. Знакомьтесь. Я убил 500-го, кстати.
Не знаю, возможно, у меня просто эта карта не хочет работать. Вот. Сейчас запушат. Ну как обычно, с двух сторон, они же не могут с одной стороны, блядь, с очка вот сразу же. Это дьявол меня убил. Я, блядь, высунулся, тут же этот попёр. За нас отомстили, господа. Ну челики реально от четвертого лица, мне кажется, играют. Ну просто кто-то летает и смотрит, блядь, где типы? И говорит им. Да нет, слышь, на этой карте, блядь, нереально. Там не видно ничего. Да этот ёбаный вулкан, это просто херня. Он заебал постоянно падать. Треугольники. Это все не был получен. Я их слышу, но не вижу. Да это точно пиздобол, блядь. Он двигается, как только я гашу. Саш, ты видел? Да. Я гасанул, он отъехал. А, видел. Густанись. Я и так густанулся, как с... Нихуя себе, вся каска кончилась. Нихуя себе, он там гасит, блядь. Самое смешное, что он все попал. Он два тапа тебе дал в голову и потом три тапа в тело подряд. Ну это же не я, блядь. Я думаю, у меня шансов нету. Нихуя. А здесь что, просто так стоит? Пранк машиной. Не, я задавлю чела. Пойду давить. Ответил с хуйни. Так он бы все равно умер из-за того, что из машины на ходу вышел, блядь, его успели убить. Его в воздухе убили еще до того, как он приземлился из ног, Саш, ты понял? Да. Не, ну честный чел. Блин, когда бежишь по поезду с таким взором, знаешь, как будто все матрица. Да. Бога, то есть тебе надо, блядь, через дорогу перейти, чтобы тебя не сбили и не застрелили. А хули тут автомат задеспавнился? Он же всегда здесь был. А он сюда приспавнился. Вот их тысячу лет не было, а тут появился. У них, видимо, лимит на зону. Ну да. Не, сегодня автоматов слишком много, да? Надо задеспавнить. Заходите завтра, да? Кстати, вот в GTA Online там челик выяснил, ну, который на английском, в смысле, что, блядь, торговый автомат, на самом деле, он пиздит. Что он пишет, что там, типа, нет в наличии, но по факту это только тебе он не будет. А другим, типа, он будет. Ты имеешь в виду здесь, в PUBG? Я про GTA Online говорю. А где там, какие там автоматы, я что-то не помню. Бля, это автомат с газировкой, ты чё, блядь? Да. Бля, он никогда... расист, оказывается, что он типа только тебе не будет продавать. Не, я никогда не добивал его просто до такого состояния, чтобы ты понимал. Я знаю, что там продавцы заканчиваются, это да. Ну там, по-моему, 10 штучек. И все. Я динозавчика убил. Не знаю, радоваться мне или плакать. Злой ты человек. Ну, он на меня начал стрелять первый, вообще-то. Пиздец, даже какие-то лохи видят лучше, чем я. Вот, да. Серьезно. Да. Это меня так, на самом деле, периодически бесит. Что просто какой-то рандомный хуй меня видит, а я вообще ничего не вижу, блядь. Ты, блядь, стоишь там, знаешь, что-то себе там лутаешь. Что-то смотришь, да, что-то пытаешься увидеть, а в тебя какой-то динозаврик гасит первый, блядь. И тут ты понимаешь, что ты просто слепошарая, никчемная. Ну, ты просто понимаешь, что динозавр первый тебя, блядь, обнаружил. Становится обидно, правда?
Причем он достаточно далеко начал стрелять, калаш. Блять, 10 тех наборов глушитель, просто хоть, блять, очко. У меня в одной комнате их 4 штуки было. Там машина едет. Вот, слышишь, да? Я собью сейчас нахуй, кстати. Блять, ты вовремя перейти решил, блять, полдня там сидел, как только кто-то поехал. Я стыдался, стал вовремя. Нас идут. Нас типы. Там много, то есть тебе надо, блядь, через дорогу перейти, чтобы тебя не сбили и не застрелили.